251 новый случай коронавируса зарегистрировали в 19 городах и районах Югры. В этот раз в лидеры по числу заболевших выбился Нижневартовск. Здесь 61 новый случай. В Сургуте 46, в Ханты-Мансийске 19, в Кандинском районе 17, в Советском районе 16 заболевших. В остальных муниципалитетах менее 15 заболевших. На момент выявления у 199 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония. Коэффициент распространения инфекции в Югре равен 1. В ковидных госпиталях округа с учетом запланированных к развертыванию 92% свободных коек. Состояние 203 пациентов тяжелое, 153 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки умерли 17 пациентов с подтвержденным коронавирусом, вылечились 175 югорчан.